Привет, дружок-пирожок! Сейчас ты узнаешь, как получить в Волстарке целую тонну разных ништяков. Больше, чем 500 000 серебра, крутого ездового маунта и 6 ящиков с разными полезными предметами. Без доната и прямо на старте игры. Интересно? Тогда смотри дальше видео, и ты обо всем узнаешь. Но есть одно очень важное условие. Все эти подарки работают только, повторяюсь, только на новых аккаунтах. Тебе просто нужно будет перейти по ссылке в описании ролика, зарегистрироваться, ввести промокоды и забрать награду с хранилища на сайте игры. Сами же промокоды и страницу для ввода я оставлю в описании. Но давай сейчас об этом всем по порядку я тебе и расскажу. Заныривай в описании и переходи по первой ссылке. Ничего примечательного на этой странице нет и никаких оповещений о подарках. Но ты не пугайся. Тебе всего лишь нужно будет провести регистрацию, нажав вот здесь вот, любым удобным тебе способом через социальные сети или различные почты. А я просто впишу свое мыло, пароль и подтвержу лицензионное соглашение. И вот только за это ты уже получаешь 3 ящика с различной расходкой. Можешь это лично проверить вот тут вот на странице в моих предметах. А теперь вводи промокод WELCOMEGIFT и получай еще 3 ящика с расходкой и ездового маунта, который сильно повысит скорость передвижения. Это очень пригодится на этапе прокачки персонажа, так как мир Волстарка огромен и передвигаться тебе по нем предстоит очень много. А в этих ящиках ты найдешь различные целебные зелья, гранаты, которые тебе будут полезны на боссах, и ресурсы для заточки оружия, когда уже достигнешь определенного уровня. Все это тебе понадобится, поверь мне. И опять-таки, проверить получение ты можешь в моих предметах, сразу же обновив страницу. Вот все есть, как я тебе и обещал. Но! Также у нас есть еще и второй промокод в описании – Anniversity2021. Вводи его на той же странице, где и вводил предыдущий. Именно по этому промокоду ты и получаешь 500 000 серебра. Также еще несколько ящиков с расходкой, монеты для торговли на аукционе и несколько карт для своей колоды. Кстати, если ты не знал, то карты имеют свои особые показатели, которые могут сильно повлиять на твоего персонажа, усилив его урон или выживаемость. Но есть пара моментов, которые я хочу уточнить. Первое. Чтобы все получить, ты должен зарегистрировать новый аккаунт именно по той ссылке, что ты видишь в описании. Второе. Маунта тебе выдадут прямо сразу, но вот использовать его можно будет не раньше, чем по сюжетке ты найдешь свою первую лошадь. Это, если что, сразу же в первой локации после прохождения пролога. Держу в курсе. Третье. Без регистрации ты не сможешь вводить промокоды, но это логично. Четвертое. Только через мои предметы на сайте или через лаунчер можно переслать в игру все, что ты получил. Затем заходи в игре вот тут вот в магазин и забирай подарки. Автоматически тебе в карман никто ничего не начислит, учти это. Пятое. Если у тебя долго не переходит на страницу ввода промокодов, попробуй зайти, к примеру, через Оперу со включенным VPN. Возможно, у тебя, как и у меня, проблемы с региональным доступом, но VPN помогает от них избавиться и сайт загружается моментально. И шестой, последний пункт. Я не могу гарантировать, что данные бонусы будут работать всегда. Возможно, разработчики решат, что все, хватит с вас халявы и отключат какой-либо из промокодов. А возможно, наоборот. Они выдадут что-то новое. К примеру, на Новый год или на очередную годовщину Волстарка. В общем, как только что-то произойдет, мы дополним описание. Так что советую подписаться на канал и добавить это видео в закладки, чтобы потом не искать, а где же взять свежие бонусы для Волстарка. Все самое новое и актуальное будет именно у нас. А теперь давай я покажу, как скачать игру, если у тебя вдруг появились какие-то проблемы на этой стадии. Перейдя по ссылке из описания, уже после того, как зарегистрируешься и введешь все промокоды, жми вот тут вот сверху «Скачать игру», подожди загрузки лаунчера, затем устанавливай его в удобное для тебя место на компьютере. И как только установится, авторизируйся в нем, используя ранее указанную почту или социальную сеть. В общем, чтобы все совпадало с тем, что ты вводил при регистрации на сайте. Подожди загрузки игры и все. Можно входить и играть. Создавай персонажа, проходи пролог и наслаждайся Волстарком. Но, если у тебя по какой-то причине не входит в игру, то дай угадаю, ты живешь на территории Украины, и тебя не пускают из-за старой доброй блокировки, правильно? Но мы и это обойдем сейчас в пару кликов. Жми вот тут вот сверху на шестеренку и далее во вкладке «Системные» меняй режим использования прокси-сервера с автоматического на «Всегда». Перезапускай лаунчер и прожимай вот тут вот сверху «Включить VPN». Вот и все. Теперь границы открыты и играть можно без каких-либо проблем. Напоминаю, подарки работают только для новых игроков и только по нашим промокодам. Поверь,
Если ты еще не прокачал персонажа, то я тебе советую перерегистрироваться и сделать все так, как я показал в этом видео, и играть с нашими бонусами, ведь тебе потом прокачиваться станет намного легче. Ты сможешь сразу закупиться на аукционе, и будет целая тонна серебра прямо на старте игры. А на этом у меня пока что все. Обновлять халяву мы будем, это я тебе обещаю. А чтобы замотивировать нас это делать, поставь лайк, подпишись на канал и тереби бубенчик под видео, дабы не пропускать ничего нового на канале. Ведь у нас тут очень часто бывает раздача плюшек по всевозможным играм. Делись этим видео с друзьями и играйте вместе. Удачи и пока!